В 2018 году на формирование комфортной городской среды в Смоленской области выделено более 240 миллионов рублей. Жителям городов, в том числе и в нашем Десногорске, путем рейтингового голосования предоставлена возможность самостоятельно выбрать территории для благоустройства. Сейчас активно проходит в городе голосование по двум проектам. Очень замечательно, но если это будет все, если это просто не опрос, а так. Ну, если будет, то это будет здорово. На сегодняшний день свои голоса за оба проекта отдали свыше 8 тысяч человек. Десногорцы в основном выбирают те территории, которые наиболее нуждаются в реставрации. Буду пешеходная зона 3-го микрорайона между школами. Отлично, хорошо. А почему именно эту зону? А потому что мне часто приходится там ходить, и бывает такое, что не знаешь, куда, в какую сторону, где лучше обойти. Или через 3-ю, или через 4-ю школу. Больше всего надо, где мелких выгуливать. Все желающие могут проголосовать на сайте администрации Десногорска desnogorsk.admin.defis.smolensk.ru, в интернете на площадках Десногорск, пресс-служба, Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, ВКонтакте и по адресу desna-defis-press-sobaka-admin-defis-smolensk.ru. Уважаемые десногорцы, принимайте активное участие в голосовании. Давайте сделаем наш город лучше.